Леха, где ты там? Которая с мастерством. На два ранее? Нет, с мастерством не надо, с меткости. Да, на... вот, конечно, топовый, да. Она будет на комбо топовый. Как раз с меткость наконец-то. Леха, где-то... пошли в Клоаку. Пошли. Да ты бы в рейде уже отдал бы, наверное. Обычку поставили? Ну ладно, похуй, давай в Клоаку. Обычку воет поставь. Сейчас. Вот это достижение нужно, я в гильдию скинул. Че, можно ставить? Да, да, да. Да. Поставил. Блять, кризиса можете заменять, у меня нет. У тебя что нету? 4 боссов? Короче, навыки 5 единиц. Кризис достижений. Бери, бери. Лучше своему просто продать, чем навык. Так, Ванникон. Ну так, ну Элдвара тоже на замене пока. Так, пойти в... О, что, Лёха. Сейчас я тебе одну херницку подкину. Ты где там? Я в Клоаке. Сейчас. О, это вы уже в завесе? Нихуя вы быстрые, блядь. Да. Ну, давай всех сумонимся. Блядь, толпой пробегать это так хуёво. Пошли, может, пробежим нормально, нахуй. А чё вы тыкать? Пошли. Блядь, вы не тыкайте нихуя. Пошли пробежим, нахуй, на до безопасный участок. А то мы тут пизды получим, нахуй, если всем рейдом будем пробегать. Ладно. Так, что у нас? Рыба, слепец. Гидрос еще надо попробовать. Я уверен, гидрос что... и волнос тут. Войт. Ты тут? К сожалению. Ты... Мне надо это сильно 20 заменить, а может кем-нибудь... Ты ебанулся, блядь. Ну, у меня серьезно. Леха, могу показать, где я не могу берут. Скипнуть. 20 минут будем трэш чистить. Ну, как бы, ну. Да, иди почиль. Иди почиль, нахуй. Потом приходи, блядь. Пускай Мэтт Фокс пока похилит. Смотрите, короче, за ним. Не дай бог, он вернется и не будет ничего говорить Диси, блядь. Хочешь, да, приехать и побить его? Да. Этот... Надо Мэтт Фокса тогда брать, да? Вон, Лёха, карту открываешь. Берите Мэтт. Видишь, где я стою? Вот здесь покупаются. Ага. Да, зачем они? Ну, на фласки, ЗС и ОКО? Да, это на ОКО, ЗС. Такие же самые, как БКшные. Только они персонально идут. Аккуратненько по стеночке здесь идем, блядь. На стенку не лезьте, блядь. А у меня тут не получается запрыгивать. А где они там продаются? Ты, может, банк Алдоров. Если у тебя репа с Алдорами. С Алдорами, да, у меня. Что, тратя? Да, просто к стражнику подойди и там выбери банк Алдоров. О, Шелфер, ты что-то делаешь давно? Да, давно тут. Я понял тебя. Ебать, придавило, нахуй. Придавило? Ну, лифт, ебать, придавило. Похудел. Вот тут и сумел. Ваня, есть ты путь тогда, сразу к боссу. О, ебать, он до нас дойдет, нет? Чё за хуйня, опасность. Бежим, ебаный. Да куда вы попрыгали? Ёбаный в рот! А чё, мы чистить не будем? Куда вы, блядь? Сразу к селёдке чё, к этому скрытию. А чё, он вернётся отсюда? А вот он уходит. Так трэш, один хрен надо чистить, воронки. Алло. Да, они часто падают, ну, боешки. Они бичи, блядь. Боешки просто. Давай, один хуй притон уже это... Нахуй вы спрыгнули, блядь? Или что, или как мы будем инс проходить? 5 человек на гидрос, 5 на вайшу, нахуй, 5 на волноступа, блядь. Что, ну да, блядь? Быстренько закроем. Сука, вылезь из воды, блядь, и убери бой, блядь. И принимай сумон. Чё за хуйня? Принимай ислам. На чё это мне? 15 тысяч. И потом ещё. Отдам. Вторую половину. А за чё это? Я забыл. Ну я ж у тебя брал на репу. А, бля, я забыл уже. Лучше бы не вспоминал. Да ебать, тут запомнишь, нахуй. Тому ДС, этому ДС, блядь. Тому голды, этому голды. Я помню, Войду одалживал 100 ДСов, он до сих пор не вернул. Нихуя, я не помню такой хуйти, нахуй. Скажи, у меня склероз есть, но не настолько, да? Чё это за, блядь, бешенка? Чё за хуйня? Помню, выйду аккаунт, да, он до сих пор не вернул.
Камни, мне так-то не сложно. А зачем вы РБК мне засунули? Все аккаунты передать. У меня 4 аккаунта, ебать, с 4. Ну, РБК будем чистить, нахуй, хули, блядь. Больше нихуя не можем, нахуй. Натуре. Вообще, блядь. 25 тел. Видишь, только мы это суманули сюда, все зашли. 25. Короче, призыв начат, там написалось, поэтому пошли быстренько ту пачку разобьем. Или не успеем, сука, до толку. Ты говоришь, в банке, а где в банке здесь? Короче, смотрите. Банки под самой стенкой там. Давай, это, смотрите, это, назад, уйдите. Это, набирайте рейндж между собой. Вот нашел? Тут, слышите, на края вставайте. Короче, моба я заберу, ну, наверное, на это на мостике буду танчить. Ждем, чтобы топочка не сагрить. Уйдите все назад, возле лифта вот здесь станьте, блядь, РДД, хилы, и от хилов рейндж, дайте хилам место возле... А, шатарки на риске экспедиции. Если он будет с этой, с заразой, нахуй, смотрите, блядь, чтобы полрейда не сдохло. Да, да. А у тебя еще нету репа? У нас потери, капитан. Эй, я упал в пропасть. Чуть позже, Катрис, я напомню, сейчас мне надо потанчить, блядь. Обычно РБК, когда бегали, блядь, она прокачивается вам быстро. Сейчас надо, чтобы тени согрелись. Я не бегал, что так. Еще можно зайти, это, РБК эмблему прокачать. Да, да, статика. Герой РБ. Так, какой это моб? С болезнями, ой. Да? Рейндж, рейндж, да. Рейндж, быстренько набираем рейндж, не стоим пачками. Не стоим пачками, но... И дамажьте сильнее по нему. Так, кто-то вот на, может на мостик немножко за спину меня зайти. Не, нет, отойди от меня, то надо зараза настакается, мы сдохнем. Я это один подержу. Главное, ну вместе не бегайте, ну вы совсем бичи нахуй, ну разойдитесь. Вы вообще хуй понимаете, да? Че бичи не бьют нихуя? Ренджу все набирают. Вообще не ясно нихуя, да? Колосс, блин, ебал этого моба нахуй. Надо было добавить эту гадость, блять, да? Да просто надо нахуй разбегаться, я не знаю, хули вы сбегаетесь, блядь. Даже понятно, что милики должны, надо, блядь, уйти на рейндж встать между собой, блядь. Так она, блядь, и будет вас убивать, эта хуйня, нахуй. Сейчас, когда моб умрет, надо, чтобы болезнь скончилась на людях. Как она нет, там... сходите. Как она там называется? Ну-ка. Буйство заразы. Сейчас, пацаны, я его себе, блядь, в воду добавлю, нахуй. Не пульте только моба. Я еще прошлый раз добавил. Блядь, Invisible подошел, заразил меня спиром. Ебаный просто. Это заебал этот комбат, он спадет, нет? У меня нет комбата. А вроде спал. Ёб твою мать, Синтек, ты на радар видишь, смотришь? Я вижу радар, но я стою на месте, ко мне подходит сначала Гламурчин подошел, а нет, ничего сначала Низбу подошел, потом... Спидозники, разошлись на рейнджу. Ресаем, ресаем. У нас, между прочим, ковид, мужики, 10 метров. Ну ресайте, ёбаный покос. Я реснул уже почти всех. Полтора. Притон, отбеги. В мире реально полтора, в игре 10 метров. Вот так будет проще нахуй. Полтора землекопа. Называть бичей, которые, блядь, это, не отбежали. Кто умер, тот не отбежал, да? Да, по-любому. Поздравляю, да, вас, бичи. Отличный скрин ДПС из Лича ХМ. Где, дайте шкаф. Че там, скрин есть? Просто не видно ников. Ну-ка глянем. Нормальный скрин, да. Заинтриговал. Интерфейс дерьма. А, ну да. Вот тоже добавил буйство заразы. А где ники-то? Ну, что точки одни? Ничего, я вижу. Там по первым буквам догадываетесь. Какие первые буквы? Там точки одни. Давайте посмотрим, у меня все равно лагает. Что он там скинул это? Тем более на Личе, ну не измеряет ДПС. Ну да.
Так, ну, в принципе, все понятно. В это... Там проверяют, не то, что ДП. Это Holy Drink. Слакеров проверяют. И точки, ну, это, наверное... Первые синие три точки — это Хэлла. Да. Так, ну, шестое место — это точно Топа. 16 место — это Сиджу. Получается, это, конечно, все заебись, блядь. Ну, давайте, блядь, бить, блядь. Ну, я первое, блядь. Логично, что это Invisible, опа. Столько никто не дамажит. Синтек, заткнись. Первое, это ясно, скоро занерфит. Все, я ливаю, короче, нахуй. Давай, удачи тебе. Удачки. Сразу кикай его с гильды. Вот. Угу. Это прища, дай рецепт. ЕП по всем дели. А где рецепт у кого? А он сзади валяет. А что не вижу? Это им херня. Да вот. Бой, ты дай это распределить или там холить ринку. И пусть он там, блин, что хочет, то и делает. А, собирай. Боешку просто закидывай Войду и все. Ну и эти значки можешь, в принципе. Ну, значки подкопим, может, геймбичам потом выдавать будем как приз. Хирота идет. Не пульт. Или пульте вводить. А, этого быстренько захуярим. Сейчас смотрите, моба того с пулю, если он заразный, нахуй, разбегаемся все на ту платформу, туда, на мост дальше, только не к мобам. Мы сейчас на кого идем? Подожди, на кого идем? На рыбу. Да, так можно было по низу пробежать. С одной стороны, другой, с другой, там места много. Не, это скрытие, то, что в центре. А го гидроса потом? Вот сюда вообще не шли. Вот, а че мы по низу не пробежались? Гидрос не знает. Трэш с места рейнджей. Почистим. А трэш воронки как бы. А, ну ладно, похуй. Открывать-то надо. Веди сюда его. Как раз ты хрена место. Один на один мост, один на другой. Не, этот нормальный. Нормальный. За спину которого. А, с паразитами, да. Вот с какими-то. Хотя этот пидор подойдет, я поставлю его куда-нибудь. Он заебал нахуй, что он делает нахуй? Из подвалка уйдите, блять, и все. О, видишь, паразиты вылезли. А там это паразиты, сладенький. Короче, 2к урона наносят раз в 2 секунды. Я лобзаю ваши ноги, нахуй. Что это такое? Вот а, это паразит. Он разделяется, ладно. Нахуй, точно, ебать. Да. Ебать, нихуя. Жесткая хуйня, нахуй. О, вот, траву можно собирать. Че мы забыли-то нахуй? Лужа смерть. Нормально гадюка пробует. Нихуёво гадюка. Давай мы срезали. Кайф нахуй. Забыли. Три гадюки в рейде, они в одну превращаются. Забыли, а я думал это Седжу разлил. Резайтесь быстрее, блядь. А чем я тебе разолью-то? Рыба. У тебя нет кружки? Жрите рыбу. Нет, кружка не разливает. А чё разливает? Куда вы там? Где вы там? Тело покинули, что ли, блядь? Я бегу. Три гадюки в рейде. Чё там есть чё? Нихуя не выпало. Нихуя не выпало, блядь. Можно Синтеку премию за самую крутую шутку? Бич года. Так, кто там? Патрисия выиграл. Держи, Патрисия. Так, куда теперь? Туда, да? Сука, спать охота.
Так. Это пока пробежим, да? По стеночке только по краю бегите, чтобы не задеть элементальный тубос в улицу. Я в шлак попал, сука. Да, с другой стороны. Шлак? Жрица. Жрица. Жрецов сначала. Косты им ждать, не кикайте. Лёха, видел протопала в 25, что будет? Чего? Говорю, протопала в 25, видел какие? Нет. Бонусы? Тарелка 2 секунды. А, ну это я в курсе. Я думал, что за бонусы еще дополнительные там. Чем воронки выпадают? Ротом набирать будет пиздец как. Постоянное сало? Да. Плохо, что в PvP не будет работать. Тогда вообще весело, да, было? Ну, прикинь, просто бегаешь и ничего сделать не можешь. Это, блядь, был прикол, когда актуал был и на Олла, а у разбойников было талант, то, что они с веры клинков, там он прокачивался, кидали сало на 3 секунды. Но, правда, они понерфили это через неделю. И на Олла забегаешь, там тебе 40 кастеров стоит. Тебе главное 1-2 раза кинуть этого ешку. Они стоят в сале, блядь, все. Их зауешивают. Там берешь символ на тарелку. И потом за счет 4-5 тебе обратно возвращается. Две цели на тарелку. Синтек дно. Кто синтек? Дно. Дно на дне. Синтек, что в ответ скажешь? Он написал, да. Японец. А-а-а. Даже написал неправильно, чубрик. Тускан покидает гильдию. Я понял, блядь. Пацан не для нас, бля. Просто он сильно сильный, бля. Да? Воронка. Воронка. Ебаный. Эй, воронка, бля. Через... Эй, воронка, лутаем. И продаем, да? Ебаный. Хватай его, хватай. Че, черканем здесь, да? Не, пошли, не, пошли трэш, да, еще почисти. Воронок там, я чувствую, штук 5 лежит на хвосте. Там слева вот как-то. А, короче, трэш весь, да, сверху будем чистить. Сверху весь хватит. Трэш зачистить не будет, тогда рыбок в воде. Ну и воронки как раз. Угу. Может быть. Кто воронка плюс чат? Где эти боты? В банке Алдору? Банк Алдора, да. Тратить. Да ты просто глянь в этом. Что за них, где как купить можно? Как краник, можешь, них, подойди, блядь. Ну я вроде в банк Алдора. Подойди в пятерочке. Блин, где банк Алдора? Он поворачивается, оказывается, это Войд. Взаимо. Блядь. Ты конченый, блядь. Такой, чё, где воронки, да? Пиздец. Хозяйство на отделе, да? В деле алкоголя, нахуй. А мы куда сейчас идем вообще, ибо я не могу понять. Чистим сверху трэш. В ЗС. Я понял. Бля, я думал, в рубинке сидим. А ты остряк Сэджу, пиздец. Измени святилище в роли.
Нихуя меня как бьют, блядь, что за хуйня, блядь? Да это я подбиваю. Нормально. Так чисто, чтоб ты ревность не потестил. Не, ну три раза прокнул, это уже заебись, да, залечать? То есть не бесполезная хуйня, блядь, просто висит у меня на чарке. Три раза не умер. Конечно, не бесполезная. Три раза тебя спасли. Не, там не то, что не умер, ну, я вот не знаю. Ну, скорее всего, она просто как хилка, но если вот у меня 30% хп и по мне 50 тысяч пройдет, она просто... Ну, это если хилы, бичи, короче. А, понятно, короче. Ну, как, у нас... раз, как раз для наших. Для ситака. Воронка, нахуй. Ёбаный. Костя. У тебя ТТГшная чарка на танк, а освещение есть? А там что? Колдоры нужны, там кинорийская экспедиция, шатар. Да, и шатар. Ну это легко, это все у всех прокачано уже должно быть. Ну да. Кто в РБК ходил? А че, Лех? Смотрите, меня тут... Просто спрашиваю, хотел поинтересоваться, да, как да, агр набирает. Ну, в принципе, неплохо. Но лучше, конечно, этот ревностный. Да подожди ты с суммом. Чтоб не забыли. Не столько много агра дает, как вот эта чарка на... Ну, вторая, понял. Но. Притом она, видишь, агро дает дополнительно, если лужа кого-то твоя отхиливает. Короче, на медиков. Да. Нихуя бронебой прерывается. Да, можно тихнуть. Шина перекрестки еще почистим. Поиск битвы. В кроссроуд пойдем, что ли? А где перекресток? В кроссроуд. Там, где дерево? У нас. Да ниже Гримара. Как слепцу бежать? Да-да-да. Перекресток ниже Гримара. Кроссроуд. По поселению перекресток. Замесы в кроссе. Призен говорит, гона ваше сразу. Не, открыто, ну ты беги. Конечно, чё. Если ты хочешь посмотреть на ее хп? Сколько там? Глям 300? 308, по-моему. 206. 267. А, ну это уже после нерфа. Пока стойте на мосту, этот бич да, идет. Да, большого не надо. Сейчас большого ебанем. Он до сюда дойдет, бля, где мы стоим. Надо его? Надо, надо. Чтобы он потом не помешал. Там еще в станцию во время боя еще выйдут, блять, бичи. Там хилы пока что. Так, что он делает? Пока не ясно, нахуй. Да, бичуган забродит синтек. В тупую входит. Так, ну я тут, если что. Буйство кидает. О, смотри, да, да, да. Рейндж да. Набирайте. Хелла, Шаду Найт, Бидон набирайте рейндж, Равник набирай рейндж. Да не подходите ко мне, бля. Не подходите, да, ни к танку, никому не подходите. Мелизона вся съебитесь, блядь. Катрись. Просто вижу. Съебитесь друг от друга, просто в рейндже стойте. Вот. Ебать, кто там сёрбает нахуй. Ебать, там вкусно пьет. Да это Бульбик. Бульбик от света. Это рейндж, некромантика, притон, рейндж. Это там другой идет, давай отходи. Ёбаный, бежим, ебать. Бежим, сука. Бежим, ёбаный покос. Прячемся, ебать, сука. Куда? Рейндж, быстро, все, убегайте оттуда. Ебать. Большой. Ебать. Ебало жаба ходила. И телефончик позвонить. Большой. Сука, я понял, нахуй. Спасибо, блядь. Герой добивай. Давай, герой. Герой добивай. Киру на трэше, гг, блядь. Вы так не шутите, он бы реально нажал бы. Да я постою. Да бейте пидора вот этого малосольного, блядь. Черепок не поставил. Не бейте, сука. Прыгните в комнату. Уйдите нахуй, на ком это залупа. Или ваши ники называть, блядь. Да ёбаный, я не могу. Бей, кто будет, блядь. Сука. Я не могу повешать. Короче, вы заебали нахуй. Милики, спрыгните, милики. Сука, вакханалия ебаная, нахуй.
Я ебал этот инси, этот трэш, нахуй, сука. Идите рыбу кормите, заебали. Бейте уже колосса ебаного. Виланшу подхилите. И заразу главное еще. Че, все, да? Ебаный, из него два пидора не вышли. Ушли. Да ну да. Так пойду в нарды поиграю. Бегите, все, болезни нету. Бегите, это. Кто сдох нахуй, бегите в инст заново и сюда бежим. Мы тут долго будем бить. Смотрите, когда маленькие будут умирать, надо будет отсюда уйти. Тут будет зеленая лужа. Или надо будет его отвезти куда-то. Давай я его отведу. Короче, сейчас пошли, вот туда его отведу. Это, а вы отсюда вон, отойдите. Вон, вон. Отдай сюда, блядь. Это. Да не, значит, в смысле, не воронку, блядь, а моба, нахуй. Отдай, ебаный в рот, рарник, блядь. Сука. Все, уходите, сейчас зеленое говно будет. Вот этого одного пусть убить. Зараза, зараза кинулась, сука, рейш. Бля, две заразы. Ебаный в рот, блядь. Это не трэш. Зеленая лужа будет. Сейчас маленький умрет, будет зеленая лужа. Сначала одного, второго не убивайте пока. Быстрее, ну добейте лоу хпшного, блядь. Вилашу там кто-то, встаньте, хильте из хилов. Катрися, ты шо делаешь, блядь? Все, выйдите, выйдите, выйдите лужа, отсюда. Лужа, лужа. Я не сдохну, вы сами выйдете, блядь. Все, добивайте второго здесь же, РДДшники. Ебаный, отдай сюда, блядь. Все, добивайте и убегаем к тому мобу. Ой, ебать. Полидринк, нет. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Милики же могут, да, бить? Все, пошли вот этого гуся бить. Че хуярит? Че хуярит? Да, похуй. Ебать. Гера на трэш. Сколько? Три воронки, да, открывают? Три воронки. Ну, один уже могу открыть. Рейндж набираем. Бесполезные бичи. Уходим на рейндж. В лужу, милики. Главное, чтобы с вами никого не было, чтобы эта зараза, она исчезла. Чтобы... Или в воду спрыгните, милики. Блять, возьмись там у этого. А то я тут с пулей уже дальше. Ну так, Берни. РДД друг другу передают. Спасибо. Некромантика. Некромантика, набирай рейндж там. С кем-то ты хуяришь, с Мэтфоксом нахуй. Разбегитесь в рейндж нахуй. Бидон, Мэтфокс. Вот Фоксу похуй. Набери рейндж, убегите от него нахуй, не мешайте им хилить. Ну, тут же эти бутылки, да, можно пить. Бутылки? Бля, это тоже опасный получается, вот этот вот с болезнью был нахуй. Заебали тебя. Они бы еще масло сделали. Масло? Какое масло? Можно, ну, чтоб масло за знаки лидера можно было брать. Угу. Да я его делал-то. Все, зараза ушла. Ну она как бы есть, нахуй. Ее, ну, нет, она не уйдет, блять. Типа, он вот кидает. Я не знаю, как он кидает ее, похуй. Главное, просто стойте в рейндже, нахуй, и чилите, блять. Вот, холидрин, кавилаши, отойди от вилаши. Классная анимация у него. Хотя, в принципе, один ты можешь бить, я думаю, бей. Прохилят две цели, так, бей. А то, блять, вообще ноль дамага, нахуй. Ну так пиздец, стоять нахуй на мостике, блядь, держать линзу и как-то бить. Пизда, ну, блядь, хули, так вот нахуй. Хотели в ЗС, получили, блядь. Ну, вот. Только вы шепчать отправили бы нахуй. Рейндж набирайте, сейчас он сдохнет, еще надо, чтобы это исчезло. Знаешь, какой плюс от 2-5 на ретрика? Что из него можно РДДшника сделать. Ооо, он еще и отравленный. Снесло просто. Забрило. Он еще и отравленный оказался, этот поп нахуй. Бедрило. Ебать мобы тут нахуй, демонские, блядь. Да, блядь. Шо там? Трэш просто пиздец. Выкройка, пояс сезона джедаев, смотри, нихуя. В коллекцию. Что, пошли скрыть мне пиздец? А босс же тоже падает, эта хуйня? Воронка? Да. Я сейчас загляну. О, нихуя, скорость, меткость, кольцо, вот это вот прям идеальное, но... Четырьмя статами? Да. Уходите, акулы. А чё вы это? Вы где там все? С обычки нет, с героика, да, падает. А где вы все? А мне с обычки подойдёт. Мы внизу. Ебать. А хули я тут тогда стою? Скрыть не пошли.
Я понял. Что, метки ставить? Не бокнул, то есть не резнул. Нет, нет. Матфорс резает. Ставьте шкаф с умоним. Да, ассиста поставлю метки пока. Ставьте шкаф с умоним, блядь. Шотландский настой безжалостного убийца. Бля, мало вот это. Скорость, крит. Мало. Стату мало дает. Хотя бы по 60 давало бы. Квадратики МТ. Ну, в принципе, и остальные метки это для РДД, и сейчас поставлю для миликов. Либо поставил. И вот луна для миликов. Ну, в принципе, его можно из-за меткости брать, потому что он 40 меткости дает. Простое кольцо где-то 45 дает, 77. Там 60. Все плавки купальные одели. А сейчас, если серьга выпадет, вот это будет ГЦ хилом. Я без плавок. Да, ГЦ, тогда можно в 3 будем. А я вообще голый всегда играю. Это серьга на восполнение маны, да, я так понял? Это, короче, Invisible уступает место Кирсори, вот. Я хуею, блядь. У нас ДПС не хватает, мы уступаем места, блядь. 25к ДПС на 15, нахуй. Не, ну вроде только на этого босса хочет. А. Только на этого босса играет. Ну, давай. А кольцо же будет еще улучшаться или нет? ТГшное? ТТГ, да. ТТГшное, да. ТТГшное станет лучше, чем СЛКшное скоро. Да, сила атаки там до хрена будет. Это... Да, вес вылетел. Загрегорно будет 271, что ли? Ну да, только вряд ли 271 это будет лучше. СЛКшное. Нет, 284 будет лучше. Ну это только это, знаешь, когда будет. Крестобав дайте. В среду примерно. В какую? Через год? Ну как Демон Хантеры выйдут. Ну да, вот эти за ними монахи и вот эти. Ну вон драктиров-то выпустили. Че, заходишь, Рвист? Пытаюсь только закрыть лаунчер хоть как-то. Тупо все зависло. А че тебе здесь надо? Нормальный способ пофиксить. Или шея. О, надо пуху, короче, отсюда на танка, ну. И тело вот это гэшное одевать. Крита РП залп. Как сурка, только силовые. Чё тут, по сути, да? Грудак, скорость мастерства, блядь. Кого ждём-то мы? На Виста. РЧ ждём. Как будто без него не убьём. Ну что? Че, рыбы сейчас кусать не буду, да, получается? По идее, не должны. Всю рыбов убили. Че, ну да, купаешься, нету ее. А кто-то бьет. Кипящая вода написана. Странный водоем. Я сходил, ачивку полутал и вышел. Заебись сауна, пацаны. Написано 500 единиц урона в раз в 3 секунды, а херачит по 5,5. Где? В воде? Так да. Мы забыли написать. Наебалово. Здесь везде наебалово. Берса 10 бля, минут. Бля, вода охуенная просто, бля. Я всегда хотел на горячие источники хоть где-то плывал. Ну вот, блядь, садись нах. Садись. Так, бидон, не умирай там, блядь, бич. У тебя в проводке в общаге горячий источник. Равис, ты где там? Захожу. Уже грузусь по новой. Слышишь, провода в ванну опусти. Там такой горячий источник, блядь, будет, ёбнешься. Я понял вас. Повышает настроение.
еще неизвестно, как вам ночь будет, поэтому... Заряд бодрости. Заряд бодрости на весь день будет. На всю жизнь. Мне сам тихо. А с Симтаком все нормально? Че он в разные стороны дрыгается? А я нажимаю QE, короче, у меня это влево-право. Что-нибудь за эти ачивки дают? За Сирус вот этот? Равись, что, долго еще? Захожу, уже на персонажа. Если 10 лет отыграешь, а, на минутку дойду, пока прогружусь. Да, успеешь. Ну, это в следующем году у меня будет. Ну, да. А, ну, вообще, так больше ничего не дают. Там аукционист, почта. С чем ты сочувствуешь? Просто аукция, это аккаунт старый, я не играл. Я когда-то регался сюда с друзьями поиграть, в итоге мне не понравилось, вышел. Ну, мне еще 12 года. Мне сейчас не нравится. А мне нихуя не дали. Че за хуйня? А как это получить? Мне нихуя когда не дали. Когда у тебя день рождения аккаунта будет, тогда... А когда получишь? Будет, ебать? Зайди в кабинет твой. Скажи, ёпте. Да-да, точно будет. А может прямо сейчас, ёпте. Сука. У меня что-то там 20 февраля или что-то такое. Ай, бай. А нет, я не считаю, на текстуру уберут, не дадим череп, заебало тут вылетать по КД. Не понял ни единого слова. Это я сам себе. Все, тут, не скликнул. Ну, давайте, пуляйте, блядь. Тон, Рарника, Вилания, там. Че, кто будет ловить, давайте, ловите. Прыгаю в воду, блядь, пацаны. Нахуя прыгать? Щучкой. Щит, это, ход. Не, ловите. Блядь, ход, айти рейд. Щитуйте рейд, а то сейчас опять сдохнем, как в прошлый раз, нахуй. Да, капитан. Без захода на капитан. Притон, ты где? Алло. А чё, фласки никто не пьет? О, щучка вылезла, ебать, видели это, нахуй. Опа, захил. Чё там, хил? Блядь, алло, нахуй. Есть хил, чешу, нахуй. Хил будет, хил, я хил, брат. Так, ну не откидывай, да? Водомёт, готовьтесь. Воду! Воду спрыгну. Ух, блядь. Синтек, сука. Что с лицом? Вы нырнули. Каширы, блядь. Блядь. Синтек, ты чё, нахуй, дед? Кива, ёпта. Алкаш, блядь. Кива, я говорю, я раньше шутил, блядь, над ним, блядь. Оказалось, что правда, но... Зашутился. Нет, но когда сто раз блядь, говоришь ложь, в какой-то момент она становится правдой. Вот. Гомик. Нихуя. Блядь, такого не говори мне нахуй. Извинись, блядь, забери слова нахуй. Ну нет, не. Сука, блядь, привет в жопу. Прыгнули в воду. Ага, блядь. Пассивный гомик. Сука. То потом, походу, принял, блядь. Ну да, пошел в разнос, пацан. Заханыч, как дела, нахуй? Нихуя, ты шо пасать целые лужи, оказывается, тут. Я понял, нахуй. Нырнули. Что ж, ну продержи в курсе все еще. Так, рисую Заханыча, пацаны, прием. Заханыч, вставай. Опа, захилим Заханыча, кулак, каску, пристабав. Нежить, озаренный Иридар, блядь. О, блядь, у меня такой фонг ебашит просто, пиздец.
Заебал нахуй с этими плавниками, ебаная рыба, блядь. Лёдка вонючая. Чё, во второго по огрочу-то кидает, что ли? Водомёт! Заханыч, как дела, нахуй? Достал, я стал. А ты расскажи, как дела. Hell, да, в принципе, заебись. Блядь, куда Седжи делся? Седжи, ты вне радиуса. Проверил дамаг водомета, что ли, Хэлла? Да. Ну и как? Не выдерживаю. Я тоже выдерживаю. Ну хули, я бревно, ебать. Бревно водой не сломишь. Такое не тонет. Такое бревно не тонет, пацаны, все правильно. Пиноккио. Пивноккио. Хуя. Да, лучше бы у Пиноккио вместо носа что-нибудь другое росло. Носа, я понял. Носа. Носал. Носали. 15%. Пацаны, хорош. 9 лямов осталось, давайте добиваем. Ну тури, блядь, все же ты ники придумываешь гениальные, Пивноккио, блядь. Ситек, переименовывай ханта, блядь, в Пивноккио. Воду. Не, Warframe пишет, звучит. Ух, блядь, отлетел. Как дела, нахуй? Кинула, блядь, с воды, я охуенно. Я плыву. Я понял, да. Блядь. 500 тысяч, давайте, добивайте. О, победа. Опа, танк опуха. Сейчас лут на дно упадет. Морской пони, нахуй. На топоте. О, морской пони. Какой морской пони? Не надо мне этого морского пони, у меня черепашка есть, чё? Так, давай на ру. Крит меткость, тканевый пояс. А, помню. Пени, питомец возьму. А, понятно. Заберу за десятку. Я уже все голды. Блять. Я знаю, что на стол. Я уже все. Что-то так. Маунты не падают, да? Кольцо, скорость, крит, меткость, СПДшная. Нихуя это там статус. Это крутое кольцо, ебать. Это пиздатое, за сотку точно собирается. Неплохое, пиздатое. Кстати. Кольцо охуенно для кастера вообще. Этот, войт. Чё? Этот Invisible, бери вместо меня там на работу позвали. Давай. Этот Синтек сотка, остальные 50, нахуй. Чё за хуйня? А, блять, ну все нахуй, кольцо мое, бичи нахуй. Ну, он сильно хочет. Да, оно дебильное. У тебя в спек, блять. Да похуй. Кому за? Оно меткость, видишь, кому маленько добить. Вот так вот. Из тех, кто 50, Равист. Красные сроки там. Пацаны, Равист. Кто забирает за сотку, говорите. Это нахуй, алло, блядь, может я спрошу там, блядь. Равист 50 Войт, и... Войт, как дела, нахуй? Хуёво, нахуй. Ты сейчас сдохнешь. Ёбаный. Чё он дохлый, Войт? Я в воде стоял, нахуй. А, молодец, блядь. Есть там... Сейчас я тебя резну, сейчас резну. Ебал, чё, на гидросы идём? Сейчас после. Короче, сеца. Он не хочет синтеку отдавать, а давай следующему и все. Ну, блядь, ну он же, сука, Эрдру, блядь. Вот, я поэтому и смотрю, он хуярит сотку на все. Так-то мы можем синтеку нахуярить, все нахуй. Потому что все жмут либо 50, либо 100. И потом он просто полгода лутать ничего не будет. Вообще. Потом он просто... Дикий уйдет. А потом он на ханта зайдет. Он пару недель, блядь, посидит с этим, блядь, с ебашкой. Кольцо высидит. Пацаны, жмите на сотку, если вам надо. Если не надо, жмите на 50. Я заберу. Рон, Мэтфокс сотку нажимает. Бля, он хорош, блядь. Всех переиграл. Ну, чё, Равис, не будешь за сотку брать? И кто там, некромантика еще, кто там еще ролил? Ну, блядь. А чё, ни локом, ни магу не надо, что? А я пока без сотки 5 не буду сливать приво. Вообще похуй. Пока ты 5 не замутишь, да? Пока без сотки 1 хотя бы не возьму, чтобы со спокойной душой не буду сливать приво. Тем более с этим кольцом, с статов подгонять я займусь. Пацаны, этот... развел чела на 400 ГП, учитесь. Вот так надо ГП себе приор выбивать, блядь. Да.
быстрее. Он гламур ему дать. Ну, хотя синтек у нас общий этот с ним. Токен. Ничего, стоим. Так, а куда идти нахуй? Тыкните на шкаф. У кобой нет. Воин, жрец, друид у нас. Это я делю Т5. Осталось, короче, еще Рианти подбить, Кирсорий выгнать нахуй. Ну и Шалфира тоже. Что-то забыл там еще раз мой стену ДП. Не, Равис пусть забирает. Типа, ладно, он там хотя бы... На воронке лутера дай ему. Ну правильно, Равис, ты заебешь на ГП разводить. Ты там еще про меня забыл, да? Сорвал агро. В смысле? Тупо, мы не делим с тобой это. Ты опять с тобой не делим. Там воин, жрец, друид. Че, выпадало? Он, короче, самый халява, блядь. Нет, вообще имеет в виду после босса. У меня ДКшник там, блядь, по-любому. Какой-нибудь паладин. Ну, смотри, пал шам рога, ДК Маглок Халт. Ну, блядь, зашибись. Там пал шляк на 4. У нас паладинов-то мало. Шаманов не особо. Теперь их столько же, сколько и паладинов. Да, блядь, сейчас и рогов, блядь, столько уже поразвелось. О, блядь, некроманку надо. Сука, живи, блядь. Я вот смотрю на свои кадры сейчас в секунду. Мне страшно вот будет как... представить, когда шамана полутаешь. Как короче, я начну вонять, когда кто-то на твинков начнет своих, блядь, это собирать. Не переживай. БМ Хант с Т5 дамажит, блядь. А, походу некроманка, она ко мне привязалась, поэтому упала. Ну, звучит более логично, почему она сейчас такая. Сука, сори. Отворачивайте хотя бы, вот вы когда срываете эту пидерсию, нахуй. Они же, видите, кливают, нахуй. Можете отвернуть, нахуй, в этот, в сторону танков. Я не приду на РТ, у меня эпидерсия. Чё это тебя, блядь? Его, блядь, палясь! Фух! Это у меня эпидерсия, блядь. От кого подцепил? Эпидерсия, от синтека. Да, звучит логично. От синтека можно подцепить сейчас алкоголизм, блядь. Не, я не пью. Ты блядь, а я трезвый, понимаешь? Вот, я тебе что и говорю, не общайся с ним. Да мы просто с Войдом забились, чтобы не пить. Войд уже проиграл. Так ты мог ошибиться. Быстрее, уешь ему эту хуйню. Сейчас моб придет, опасный, нахуй. Блядь, топа маслину поймал. Но они берут, поворачивают его, блядь. Вайша не опасно, так как моб. Ну видели, блядь, перед ебалом появился, я отпиздил. Охуеть. Сквозь стенку пробежал. А-а-а, ну звучит логично. Всё, пацаны, пойду приму дозу чая, короче. Хоть добейте вон тех, блядь, стража резервуара. Уже умереть. Здесь. Некому пить. Умри, тварь. Один умер. Лежит, пойдет. Нахуй танчить буду сейчас. Сука, даже не долетел до него. Сдохните нахуй быстрее, блять, чтобы мы дали бы масрез нахуй. Блядь, куда он бродит? Да. Его уже не было. Кто там может масрез дать? Да, он всегда тут был, он всегда с подтекстуры вылазил. Всю жизнь. Даже на актуале? Не, на актуале хз. Я, кстати, актуал БК вообще не играл. Ката, да, БК нет. Жрём рыбу. Шкаф, быстрее, быстрее вставайте, кто далеко, блядь, и принимайте сумон. Тыкаем. Синтек, сука, ты где? Зачем он пошел? Смоним. Меня.
Блять, отойдите от шкафа, я тыкаю на вас вместо, блять. Ёбаный в рот, не могу попасть. Кстати, когда рыбу ешь, можно сумонить людей. Да. Лайфхак. Где этот моб нахуй теперь, блять? А, вон он, черепок, вижу. Он далеко ушел. Заранее угол занимаешь, да? А по-другому нельзя. Вот этот моб опасный, брондашмык нахуй. Нет, текстурный тот, пиздец. Текстурный, блядь, какой. Погоняло дали мобу, блядь. Текстурный нахуй. Там. Опа! 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 Опачки! Опа! Что произошло? Что, где? А, маунт. На ролл кидай. Заебали, блядь. Костя, давай на ролл. Ебать, вы так заорали, я, блядь, думал, шем нахуй выпал. Я понял, блядь, 18. Сержу ГЦ. А мы спеца убили в 4 часа, не помните? Потому что у нас, по-моему, ДПС. У меня другой. Бля, вы что делаете? Все, Сэджи, Вин. Килимся. Кто помнит, во сколько хилов мы убивали слепца? У нас помнит, что ДПС прям, блядь, до берсы хватало. 5 секунд до берсы. 5 секунд. Осталось. Ну вот. 4 хила. 4 хила? 4 хила надо было, да. Он типа подводный считается. А он по воде может? Ну, значит... Под водой. А, лол, вау. Сывы! Ну, значит, Риантин с цепью спекается, потому что у нас ДПС залупа. А если всех собрать что-нибудь будет, интересно? Вайп 4. Ну всех четверых, когда какая-нибудь ачивка или там пятого. Не знаю, голова взорвется. Какая? Не будь. Не будь какая-нибудь. Верхняя, нижняя. Будьте любви. Так, давайте шутки про вот этого. Вот этот бы гриб скурить. Блять, грибы нахуй. Алло. Ёбаный покос нахуй. Ну, диспел можно дать по танкам? Ну, приморозка ебаная. Мага, зергайте. Мага, не этого пидора, а мага. Вон он, маг, нахуй. Не видно маг? Алло. Ну, блядь. Мага, бейте, блядь. Волна туп. Сзади, сзади. Thank you.
И так уже неплохо слышишь, две воронки. Готовьте массаку. Ну, вообще это не особо. Рейда... Давайте массаку. Рейда-то их две шмотки. То есть должно воронок 6 выпасть с одного рейда хотя бы. Гера, они еще и с босса падают. А, они же еще и по две падают. То их вообще 12 должно выйти. С Гера с каждого босса, да? Да. А сейчас он минимальная цена 45к на воронку. Сейчас постепенно упадут. Не знаю, хоть до двадцатки бы упали. Я тебе так скажу. Чтобы в Геру попасть, я на Т5 собрать фул. Ну да. Ну а потом они уже нахуй не нужны. Только ну, там, на видимо... спек собираться. Ну да. Там же но... нахуй будут. Апается тоже воронки нужны. Да? Угу. Ой. Ну... А разве не токеном с Геры? Т5-3 и печать титанов. Ну, чтобы токен активировать, применить надо, чтобы воронки были. Я ебу. Да. На ебу жесть. Походу, короче. Так, сейчас бродячего ебанем. Отходим. А, это щитоносец. А на тех двоих сейчас я не запугам, а потом уж что-то вот, в первую очередь... Текстурник идет. Текстурник ебаный. Да заебал нахуй. Так, давайте текстурника подождем ебаного. Готовьтесь разрядиться по комнате. Че он, блядь, дрочит что ли? Сука. Ёбомся сразу в Даларан. Он высматривает цель. Подожди, и ты прямо ты идет к татуре, блядь. Он увидел кого-то, смотри, смотри, увидел. Это Синтека он увидел, блядь. Сейчас он цель что-то... взял, сейчас, говорит, пойду. Да. Ладно, пока вы убьете, поскочаем. А? Так, что там на нем? Заразы вроде нету. Прохиливаем. Че, взломал? Это не тот, что делится. Ну, Синтек, нахуй. О, буйство, буйство, заразы, рейндж набираем быстренько. Съебываемся, съебываемся. Между собой раньше, только мобов не спульте. Я в палатке сижу, пробуйте. Я понял, нахуй. Консервы открывай, готовь, нахуй. Костер сейчас разведу. Заханыч куда-нибудь отойди. Заханыч и бидон. Медфокс. Талфир. Опа. Вроде все скинули. Вроде. Заходите на огонек. Прикинь, сейчас с него два еще моба или с него лужа будет, нахуй. Все, дистанция опять дистанция. Рейндж, наберите, я не сдохну, убирайте. Вот тебе лужа, блядь, и еще блюван. Шадоу, Рианти, рейндж. Сержа, ты че забился там? Кирсори, рейндж. Да я сижу, да? Кайфу. Сейчас, вроде все. Сейчас смотрите, крестик зергайте. Я дам этот самый незыбку, нахуй. Быстрее. Сука, пидор, иди сюда, нахуй. Быстрее, возерганите. Да, не зыбка, 5 секунд осталось. Нет, поднимайте. Проблем. Давай, пробиваем. Хильте хорошенько, а то сейчас он не на двоих, два ебанут. Три, второго. Так, что у нас по хилам? В прошлый раз, короче, из того дальнего коридора какой-то один мост приезжал. Пойдем в коридор. Пойдем в коридор. Именно только один. Не помню какой. Ну, там какие-то уёбки есть патрульные, блядь. Вот тут волномут он один ходит и все. Ебанем. Убили. Их два. Их три. Не один, там еще. Этого уже погнали на каратэ. Мы уже убили, который там... А, который бродил, мы убили. На Кратес уже погнали, алё. Ну все, ебанём этих тогда.
Сколько танков у нас было? Один? Два. А, да, три. Точно, там же, там второй нужен. И четыре хила. Два танка и четыре хила, да. Не, когда мы убили три. Его, один танк был вроде. Два было. Два. Потому один. Что разводить надо на 25%. А, ну ладно. Войд. Дай банку на СПД. Я просто в начале рейда целка не получал, потому что на замене был. Ага, спасибо. И на АП, кстати, можно тоже? Я же давал тебе, блядь, 4 нет, штуки. Нет, мне это не давал. Я на замене в целка был. Это кто? Заканыч. Как ты не давал? Давали же. Нет, мне не давали. Пиздит, да? Понял, нахуй, скамят на банк. Бля, буду, не давали, парни, я же на замене сидел, ну кого? Как мне давали банк? Ты же его сразу свичнул. Да. Можешь дать этот пик хукмастера с шестой пати? Или кто-нибудь... Вот, Холи Дринк, убери хукмастера, пожалуйста. Что сделать? Хукмастера убрать из шестой пати. Спасибо. Чё, как по напулам сделаем? Ну, смотрите. Нужно после вихря на пул, допустим, это будет кто? Допустим, Седжу. И нужно после того, как он превращается из демона в обычного. Вот это пускай топа постоянно. Вот когда из демона в обычного даешь на пул. Когда вихрь заканчивается, дает Седжу. Так, и что там еще есть? Но Крипто Эвила, я не знаю, на вихрь оставить? Тоже после вихря, наверное. А Геру как Чероплетов сорвем, да? Че, ты сам будешь танчить? Угу. А Иша на демоне в конце? Геру чипом превратится. Да, можно экзекут фазу оставить Геру и все. Геру на экзекутку. Давай. Ну, в тот раз, я помню, мы сдали, когда он превратился на до экзекутки, в смысле. Все, граждане, кушаем рыбку. Внимание. Самое главное, имейте... Имейте в виду, так. Что этот рейндж, когда вихрь похавайте, когда... надо инту бафнуть, пристабаф бафнуть. Да, пойду чаю быстро вложу. А вот когда он меняет это? На 25%, да? Или на 25%? Да, на 25% разделяется. Короче, это бурсты сейвите там, чтобы не было. Масло нафт тебе дать? Держи, поделюсь с тобой. Топа за чаем отошел, прием как слышно. Прием, не слышали, не слышали, повтори. Повторяю, топ. И теперь Войд делся. Ну чё там, блядь, чай напились? Войд, мы тебя ждём. Шадо. Тебя ждём. Чё дает чё? 5, 4, 3, 2, 1. Блять, Рамштайн играет, пацаны. Бежит справа. Щитоносец. Ваши заберешь. Так, вихрь будет, сейчас готовимся. Патрисия, рез и Седжу. Ложный выпад нажимал. Тот, на кого он будет стрелять. Вот он. Ладно. До берсы 5 минут.
Демонов убейте своих. Притон убей. Некромантика. Кулидринг. Кулидринг за некромантик. Крипто... Сейчас готовим, вихрь будет, и после вихря готовим на пол. И подальше от босса, и сейвы жмите свои. Сейчас закончится. Дайте с... по закану еще. В инвизиблу теперь салива. Кирсори кинь вмешательство у него. Кого он плюет? Миликова, блядь. Сейчас я выйду. Разок пульните на меня. Демонов убивайте. Хелека 3 сервиса. Я отошел фир, блин, демона превратился. Обычная форма, готовимся. На 25 фазы, и Вилаш, это твой демон, а я слепца отвожу. До берсы 2-3. Примерно. Так, вихрь сейвы, сейв дал. И на полновой доготовим. Сейчас вихрь закончится и даем. Все, даем. Демон на платформе оставишь, а для террасы уведу куда-нибудь ближе к этим палаткам. Он 15 секунд. Все, фаза пошла. Готовимся, готовимся. До берсы минута нахуй. Что там надо? Минута 52. На пол. Ну, когда вообще еще? Давайте слепца. Геру фул ДПС. Ну, блядь. Сейчас вихрь будет, готовимся. Сакру дам. Угу. Вот там низы куда ли, потом сакру на другой вихрь. Личные сейвы тоже жмите. После вихря готовьте на пул сейчас. Отдай, ебаный в рот. На следующий вихрь он скоро будет. Готовь эти. Да. 15 секунд до берсына, пиздец. ДПС залупа, надо кого-то менять. 50 секунд до берсы. Да, 50 секунд до берсы. Готовьте мамлы там под конец, не знаю. Тридцать пять секунд. А, это я объебался. Вообще до берсы нахуй, дохуя еще времени. Конечно. Блядь, до берсы. Там 6 минут и 15 секунд. На 3.45. Опа. Победа. Великая победа Орды. ГЦ Равис. Два только, но это вообще прям чересчур. А вообще на кого сапоги с хостой подходит? Я теперь могу со спокойной душой сливать прибор. На комбо-то, наверное, жалко, что не триня выпала. Да.
На комбата лучше крита. Че, мы на гидросы сходим или че? Да сходим, блядь, только пиздите поменьше. Хорошо. Пойду на пару минут. А что здесь такая ВЗС хуйня, да, что по два токена может упасть, может и 3 упасть? Всегда, ну, всего 3 падает. Всего 2 падает, блядь. А, и 2, всегда, да? По 2 падает, да, не по одному. Так, ну Вара кто у нас добирает? Блядь, это Варовский. А, друидовский, и точно. Что, это опять? Так, Равис, точно, а, точно берешь, да? Точно. Следующее сравнение нажми. Напомните, там, если я забуду, в очередь записать в этот, в канал Т5, который... Так, на ДК. Равуст, ГЦ. Как там Приор? ГЦ, ебать, ну... он чуть-чуть ниже меня стал. Эй, берешь? Сила дышит. Сейчас куда? Дальше? Тебя еще обгонять. Ну, пошли куда? Дальше, это прямо? Каратреса пойдем? Нет, Каратрес нахуй. Ты чё? Потом. Ну, гидроса можем убить. Пошли, дать простых. Куда идти-то, нахуй? Назад возвращаться? А чё, гидрос? Вон, а чё, каратер, блядь, непростой, что ли? Ну? Да не, блядь. Там надо разводить, блядь, надо объяснять способности эти. Каратер, ну, только Нуверс вроде убили. Ну, так-то у нас чё? Вот у нас сегодня... Не только Нуверс, это шо? Час 20. Час 20 осталось, и... А ты чё, кидни вообще не жмёшь? Ты у меня спрашиваешь? Нет. Иногда прям вообще, когда мало энки. Еще вот. Вторник и среда есть, нам нужно поебашить. Ой, блядь, ебать, там кольцо с мастерством. ГЦ, кто там? А так я тестил, короче, на 4 кп жать, вообще какашка, ДПС падает. Надо на пятерку лучше. Она как раз энергию хотя бы дает. Ну смотри, крипто сколько дает, это в чем он в этом? Это в мультике так он дает? Да. Или... Ага. А че он такой крутой, блядь, нихуя себе. Просто... Обычный. Крутой рога, смотри, сколько дамажит. Так они триксуют друг друга, блин. Мы не триксовались сейчас. Вейв который? А, да я сейчас я без яда бил. Я, блядь, это минут, эй, наверное, секунд 35 без яда бил. Как дебил, блядь. Чё, Вашка на яда не стоит? Для паладина, у него... Меня. Так она до этого стоит. На нем были, слышите, на крипто эйго? У него минус 40 триксов. Короче, тут нужен второй танк. Кто будет? Третий? Третий, да. Это он триксовал кого-то. Вот на третий, ну, нахера тебе, да, третий? Ну, в танков-то и кидаешь триксы? Да хуй знает. В танков? Ну, один... Два танка там. Один танк соберет 4 голема там? Да. Ну ладно, короче, пускай. А мы на кого идем? Гидрос. Образно на тактику наполнить. Народу. Так, ну-ка пошли. Кому, значит... кольцо с мастерством нужно? Мне, синтеку ебать. Надо на уйти танка. Туда. Ты забей. Надо уйти туда в край. И там, короче, как там, надо появился моб, быстрее его зергнуть. Сколько у них там хп? Лям, нахуй. 50 заберу. Это хуйня какая-то. За сотку забираю. Да. Тут ханта бы охуенно. Пускай он набирает гп, блядь, пускай. Нет, все нет. Собирает, набирает, блядь, и сидит. Так и рога тоже вроде может, ванишем, нахуй. Пошли. Кто там есть у нас? Пошли, роги. Что нужно сделать? Надо спулить моба и что, и вынесу тебя. Самого крайнего, да. Чтобы не появился следующий, уйти в инвиз, а мне его забрать, правильно, да? Типа, нет, ты смотри, ты вообще не участвуешь, рога пулит и уходит в инвиз. Так типа мне надо... А, не типа эвейдил? Пулить, да, не, да, надо, да. Трик, не надо триксовать. Вот, все, вот, за эвейдил. Все нормально. Баггеры, блять, баггеры. А их вообще собирают, убивают, что ли? Ну, надо убить моба, который вышел до того, как выйдет следующий, и все. Понятно. Так-то нам эту кучу зачем бить? Я же говорю, баггеры. Короче, это, у этого босса есть две фазы, зеленая и синяя. Вот, когда он меняет цвет, он скидывает агро. Ваша основная задача, всех, без исключения, вот всех в рейде, это... вот центр, да, где он меняет цвет. Ваша задача, если он стоит вот там сейчас, и я перевожу его сюда, то в то время, как я начинаю переводить, вы должны перейти сюда. То есть вот тут он превращается в зеленого. То есть весь рейд должен стоять в этой стороне. Если босс будет срываться и пойдет обратно, то есть превратится в зеленого и сорвется на... Блять, выключите нахуй, у кого там активация стоит? Ёбаный в рот, синтек. Вот.
Значит, когда он в звезду переходит, он вызывает 4 моба и меняет цвет. Вот, 4 моба хватает и Вилаша. Вы, короче, распределите. Они появляются квадратиком. 2 лево, 2 право. Распределите вот роги. Блять, а еще на меня напыл нужен. Ну, давай, смотри. Вот мобы появляются. Давай я на тебя. Сейчас, подожди. Вот смотри, вот моб здесь превратился. Со стороны кружка 2 моба. И со стороны ромбика 2 моба. Давайте сделаем так. Один рога будет на меня пулить постоянно, когда меняется свет, ты пулишь на меня. Но ты со стороны той, куда ведут босса, должен находиться, чтобы не сорвался. Вот. И Вилаша, допустим, на переходках ты постоянно контролируешь 2 жука, которые выходят с кружка. Ты их берешь одного ЛП, другого ЛП. В ромбике 2 роги будете напуливать. Конкретно мобов выбираете. То есть один дальнего, другой ближнего. То есть распределите между собой. Седжу и Криптоэвил на Вилашу. Вот. Топа по мне работает. Вот. Именно на смене. Ну, и там тоже. Босс не таунтится. Значит, смысл в чем? Когда мы его переводим, где там я квадрат поставил, вот если он там стоит, и я его через звезду переведу, он станет зеленым. Вызовется 4 моба. Моя задача на боссе агро набрать, а все в это время должны находиться здесь, в треугольнике. Не обязательно в метке, а именно в этой стороне, где, и если моб на вас из-за дот будет взрываться, босс точнее, то он пойдет в ту сторону, куда его привели, а не обратно. Если он пойдет обратно, то он вызовет еще мобов, нахуй. И это будет вайп. Все, что вам нужно здесь понимать. Дальше, здесь есть дебафы. Приключения, где там этот пидор? Идрос. А я ебал, нахуй. Релогаться надо. Ебаное говно, блять. Полинкуйте там, у кого открывается книжка, блять. Тина там, еще какая хуйня. Хилы себе забивайте эту хуйню, блять. Вуду или куда-то. Там рейнджу, да, надо набирать. Там эта хуйня, потому что дохуя бьет. Ну вот и на боссе, по сути. Фишка в чем? Я не знаю, блять, как он сейчас будет бить. Он вроде и магией бьет, блять. Вроде бы. Ну там. Фишка-то в том, что. Эту хуйню он вешает часто, там поменяли. То есть надо по факту залить в мобов. Знак гидроса, что ли? Да, то есть он усиливает и урон мобов, и урон своих вот этих меток, которые накидает, и свою автоатаку свою усиливает. Вот. Похуй, как бы танк, допустим, проживет сколько-то там, 6 танков, 5, там хуй знает. Но рейд не проживет, если на них кинутся вот эта тина, вот эта глыба, вот эта вся хуйня. Вот, там надо на рже стоять. И если на вас кидается, типа... Вокруг тебе тоже замораживается, если он в синей форме. Ну, сейчас посмотрим, я не помню, сейчас, блядь, поглядим. Посмотрим, сколько он. Вводите от квадратика до звездочки. До сюда. Короче, вот. Водяная гробница, вот эта хуйня. Вот эта хуйня, она вот с одним стаком, она там сколько? Вот один стак. На 4 стаках меняется. Да, это самое вот гробница, что 5000 раз в секунду в течение 4 секунд. Ну это 20 тысяч урона, нахуй. Вот и считает, а надо все прохилить. Ну и от цели надо будет отойти, но. Плюс метка будет же. Сейчас я себе вуду добавлю, но хилы то же самое делаем, блять. Ледяная гробница. Чтобы вы видели, на ком, что, кто выбежал, кто нет, блядь. Так, и нечистая форма. Мерзостная тина. Вот эту хуету добавляем. То же самое, тот же эффект, только там будет хил снижен. Эффективность на 50%. И урон. И тут уже 24 секунды, нахуй. Это очень жесткая хуйня. Мерзостная... Тина. Ну, сейчас разберемся, как мы это все вывозим. Хилов тут по-любому 5, наверное, надо, да? Или нет? Короче, разобрались на полом Седжу Криптоэл топа, да? Ну, я в тебя кидаю, и все. А, ну все, понял. Нет, примерно. Ты... Не-не-не. Вы на Вилашу мобов, да. То есть каждый по мобу берет, и, ну, с Роббика, допустим. Ну, вы там... Только чтоб точно, чтобы вы не путались со сторонами. Топа не просто на меня, а именно когда он цвет меняет и должен на пуле. Не просто. Ну это я понял. Ну ты понял. Ему анонсе, типа. Да он я сам же. Пойму, как... Ну он же видит, когда я перевожу, блядь. Вот ты держишь. Я салнок призвал. Ладно, давайте, блядь. Первый раз за пулем посмотрим, а там уже молча будет. Да, да, да. Потом очки кто-нибудь поставит. Рыбу надо вообще, нет? Сейчас еще сопрот ебану.
надевать на резист шмот или нет. Ладно. Ну там от сил природы и лед. Лед первая фаза, сила природы вторая фаза. Я поставлю тотем. Да, вот от природы должен быть резист, когда он зеленый, и от льда, когда он там. Ладно, все, давайте. Проверка. Вы имеете в виду, когда он и там? Надо вначале разрозненно стоять. Да. Ну, РДДшником. Но. Да, ну нахуй, нихуя он ебанул нахуй. Ебать, он бьет льдом нахуй, я хуею. Ты смотри, сколько он бьет нахуй, у меня шоты, а чё, хилы есть вообще, нет? Так, знак гидроса один. Ну нахуй, нихуя он хуярит. Пизда. Бидон написал, на эту рудово. Ну и Мэтфокса, я смотрю, нету нахуй. Ладно. Если вообще завис. Да, пизду. Давайте, диван, уходим. Сейчас он превратится, вот он превратился. Диван, давайте падаем. 4 моба, лол. 4 моба, ну. За его едет не получится. Я не знаю, давайте диван, падайте. Я отошел. Ну, по идее-то он должен выйдет. Я не знаю, ну я сдох нахуй. Ну, вышли, да и все отсюда. На халтере диван, если что. Где Мэтфокс нахуй, мне интересно просто. Он что, не тут был или как? Вообще, я не могу понять, почему, сука, мы пулим и нету людей здесь у нас. Я тут, бля, а где ты? Отдохни. А нет, все, да, выйдет, все выйдет. А, вроде тут. А там кто-то, блядь, даже стоял. Нет, там он импов варлоков убивал. От Т4. Да, сука, уйдите. А, это. Типа, ну, я напуливаю мобов, и мне бить мобов или босса? Блять, вот давай логически подумаем. Если ты бьешь моба, ты генерируешь агрон на мобе и передаешь ему агрон на мобе. Нет, нет. Или мы пошли сзади, справа. Если ты даешь на пул, то вся угроза, которую ты генерируешь, процент передается на этот, как он, на рыбу, рога, на танк. Рога, иди за муки, рога, иди. А, ну, если блядь. Что, боссы выйдется, можно в лужу, это, воду прыгнуть. Давай просто, ну, вопрос на миллион, блять. Вот мобы, если пошли. Ты дашь на пул и будешь бить босса, то ты кого напулишь? Правильно, босса, блять. А если ты дашь на пул и будешь чего? Бить моба? Так я дам на пул на Аишу, типа. Ну? На нее просто агро перейдет и все. Схуяли, что перейдет? Босс перейдет на нее. Тебе надо бить, сука. Давай еще раз. Если ты дашь на пул и будешь бить босса, кого ты напулишь и на кого? Блять, так раздуплить. Ну, давай линкуй маленькие хитрости, давай разбираться, потому что ты что-то не так понял. Давай прочитаем, блять. Когда ты бьешь любую цель, то ты агро, которое генерируешь, передаешь танку. Просто. Ой, блядь, мозг не ковыряй. Да коплять, если он не понял. На него бомбов. Все, уешнул. На танка они пошли, все, и дальше проуешил, блядь. И бьешь. Он наберет агро на бабахать. Ну, блять, хули, блядь. Вы, блядь, так он так. Блядь. Да хули ни с чего, если он сказал, я на пулю, я босса буду бить. Так ты должен моба бить, а не босса, блядь. Ты моба напуливаешь, а не босса, блядь. Все правильно. Надо босса, моба бить, босса, босса держит один танк, а мобов другой танк, блядь. И бить надо мобов здесь, а не босса. Когда мобы появились, надо мобов бить. Потому что если их не убить, они шотнут танка, блядь. Их надо убить до того, как 4 стака накопится. А босс и так танку прошибает. Ник, танку можно подводить? Это мобов этих? Да, да. Ну тогда их заклеивают вообще махом. Про них сколько танков у них? Их нужно подводить, только нужно убедиться, что на них агро нормально. Войт, а он тебе физикой бьет? Нет, он фул магия бьет. Ставь на резист ледяной. Они там как раз тогда выходят еще дополнительно. Это фаза меняется. У меня так-то резист есть, просто... Там дальше будет и природа, блять. А, ну. Ну, от природы тотем поставят. Не, ну тотем-то есть, а хули все равно немного. Надо ну, так посмотреть, по идее прохиливает это дерьмо спокойно. Давай, пробуем так пока. Ну, вот бидона нету, нахуй, что теперь делать? Где там замена, блять? Муравью переделать. Гера, нахуй. А я хуй знает.
До спула, наверное, блять. Попула, по-моему. Ебать, кадрись, еще минус, нахуй. Ну иди хули. Сейчас как с этим будет? С ЦЛК. Ну, изучать тактики, вайпаться, не будем приходить. Да здесь легкие тактики, вообще прям... Изи, но. Но в ЦЛК тоже были легкие. Освоение было, люди не приходили, потому что было освоение. Где там? Вот про эту я херню и говорю. Да приду, какие... зайдут раз в две недели, блядь. А. Полутают шмот, пусть не заходят потом, блядь. Опять две недели. Ну, придут опять за неделю. Лава. Надо фармить себе ЕПшки. Дури, блядь, бичи, сука. Лава. Не чё? 800, а 1000 ЕП. Так он добавил потом еще 200. Чё, замены ноль, нахуй, я понял, блядь. А не люблю щиты. Как дела там у тебя, блядь? Ну, вот так вот, блядь. Тоже тип сидит, молчит, нахуй. Ну, у нас слоты в рейды, ты сидишь, блядь. Где он, блядь? Нету его в игре. Вот Old Warlock написал. Я сижу, ну, и хули, ну и хули Old Warlock, блядь. Ну, чем он мне здесь без тактик, блядь? А мы что, и как он одет еще, блядь? Сколько он дает? 260-й дает, наверное, 16-18. Должен. Отойду на 2 минуты. Он друид инвалид. 15. Может быть, дам, потому что у меня трыни бичарские. Он бери друида инвалида, если хочешь. Но тут надо в 5 хилов. Тут что-то много урона. Прямо вдвоем прохиливали. Ну, втроем. Ясно, нахуй. Кончилось РТ, да? Бля, еще час. Пошли ЗС. Как-то нет, блядь, ты 4 босса не убивал, что ли? Первые 4 босса ЦЛК. 25 гер. Как нет, нахуй, холи ДЦ, блядь? Как так вообще, блядь? Шо, Валер? Вон друид инвалид в Дискорде, шо он? Я сам уже в пати, блядь. Пиздец, ебать, кайф, нахуй. И демо нету, никого нету, нахуй. 10 30 человек, вот 5 человек, кто не в рейде. Как дела там, блядь? Может, что-то зайдет? Или что? Где глухих выполнила славу героям Dragonflight. Меня взять, проходки нету, сорян. А вот друид инвалид. Да я в рейде уже. Пироманша это кто? Тинан реального. Он был, да, на лечении? Не был. Он... Вчера дошел с нами до лича и все. Бери Old War. А, нет, да, даже кого? Так, не ты знаю. Его на этой, на лане свичнул. Ну, первых 4 босса, по-моему, у него есть. А, вот нет. В рейде уже, блядь. Я понял, в каком рейде ты. Геровист. Не, если так, меня по-любому не возьмут. В Гере я не был. А, ты не был? Нет. Ну, первые 4 босса ты не убивал, да, на лодке? Я вообще в 25 гере не был. А-а-а, грустно. Равис модем ребутует, сейчас зайдет, сказал. Точнее, он писал. Ауешить. Остались на обзавис полностью. Ты чё, Райду? Алин, да шишка. Так сказать, что не слышишь, это... Нет. Он реального можно взять. Как раз еще один на пол.
А Андреальный пишет Войду, а он молчит, блядь. Все понятно. Добавьте Андреального в пати. Вот, все. Давайте шкаф присумоним. Рейс зайдет? Нет вообще? Вот. Я не уверен, что мы в 4 хила прохилим, поэтому варианте надо в ДЦ спекнуться. Рави стараются изо всех сил. Он ребутает приставку. Изо всех сил стараются Рави. Рави, у тебя какая скорость мобильного интернета? Хуёвая. Да это сейчас не из-за интернета, это тупая игра. Зависает и летает. Не, ну просто у меня 1 мегабит в секунду, и типа спокойно и то сейчас вытягивает. И то, в смысле? Ну в смысле и Вовку, и Дискорд на мобильном интернете тянет. Не, у меня тянет, я сейчас на мобильный пересел. Я просто сама игра провисла прям при... Кто, Равис здесь, ставьте рыбу, кушаем. Костя, у меня есть такой. Вот рыба стоит рядом. Для Анреального объясни. Так. Короче, все ДД, это самое, должны находиться с той стороны, куда перевели босса. Давай попробуем. Инту пристабах. Надо будет попробовать, нормально посмотреть, как убивают. Эй, я инту. Есть. На войде, на пулю. Рарник, как дела? Пиздец. Анреально, стоишь на РНЖ, будут переводить, когда босса, будешь напуливать босса на Void Frozen. Его будут водить из квадрата в звездочку и обратно. Ты фрушмот одел, блин. Один стак вроде переживается. Вот смотри, вся миллизона дамаг получает. Стойте справа и слева и ноги, блядь. Максимальный менеджер от босса. Чтоб все не лутали, это синее говно. Вот один человек только и лутает эту хуйню. Некромантика. Ревностный проклял, нахуй. А где стаки? Я что-то не вижу, сколько их. А, уже на 100, блядь. Дебаф. В дебафах, смотри, стаки. Пиздец, дали. Кайф, нахуй. Бачи кайф. Рви стрессы. Юля, подводи под босса. Ну, мы босса не сносим нихуя. Еще этих пидоров надо залить. Походу мы 10 стаков, получается, стояли.
на проценты не смотрел, там 4 скорее всего, а не 10. А вот теперь 15. Сначала было 10, потом 25. Хорошо. Если это убиваешь, ушотнул. Быстрее надо, блин. Мне кажется, рано сюда мы пришли, блядь. Ничего не рано, надо пробовать, тестить, блядь. Надо понять, как убивать, а потом. Да, вот именно. Да хули тут понимать, блядь. Вот ты понял, почему ты умер? Хули там понимать, если он бьет по 50 тысяч, нахуй, увеличивается дамаг, нахуй. 10, 25, 50 и 100, ну, нахуй. Ну, вот на 4 стаках ты переводишь. Ну, так он, если по 50 бьет на 100, это уже по 100 тысяч будет. Где такое этот, как это эвейдить, блядь? Воду, просто прыгайте, и все, заэвейдится будет. Интересно эти. Пошли нахуй на Морогрима лучше, нахуй, я ебал этого босса, блядь. Так точно, капитан. Тут и резисты надо собирать, одевать, блядь. В принципе, он нам не нужен пока. А Морогриму типа мы убил? Ну тут, блядь, такой ебани нету, нахуй. Там проще босс стоячий, нахуй. Стоишь, бьёшь. Да, стоячий босс, ну, трэш будет выходить с двух сторон. Опять же, напуливать надо. Пошли. Надо, наверное, посмотреть, как другие убивают этого босса. Буду понять. Да, на 4 стаках так же самое его переводят. И все. У нас войт почти бис, блядь. Одного танка разъебут эти 4 моба, бля. Я не знаю, кто там танчит, нахуй. Ну, какой-то другой танк, наверное. У Вилаши спек какой сейчас? Посмотрите. Блокера надо. Ну, насчет. Нет, да нет, блокер не. Да, блокер не надо. Я видел, протопал танчил спокойно, нахуй. У него, блядь, и есть ревностный у протопала. У него есть этот блок, нахуй. Туда тычки потом уходят. Попробуем. Сюда и направо. И этот, у Виланши нету воли мертвых. Там, блядь, шоты тоже и ревность. А, ну тоже. Да. Либо два танка, либо я хуй знает. Не, ну в принципе, даже если добавим третьего танка, то по ДПС мы вывезем. Потом потраим, у нас еще завтра, послезавтра время есть. РС-ку надо. РС-ку еще надо, да. Это ее прям надо потратить.